Франциско Вилья, узнав о смерти Фьерра, воскликнул: «Никто в мире не смог лишить Фьерра жизни, и эта злосчастная лужа забрала ее». Он не предвидел, что смерть от пули скоро ждет и его тоже. Как и любая революция, мексиканская пожирала своих детей. Смерть уравнивает всех, о чем мы и вспоминаем в День мертвых. Día de Muertos.